Всем доброе утро. Ну что, ребят, на английском сервере сегодня будет наконец-то обновление сразу же после Тайваня. Мы вчера на Тайване все прокачали, сегодня потрешуем еще на английском, потестируем героя против других сборки. Здесь больше возможностей, пару аккаунтов. Сразу же решил записать мнение про обнову. Там многих бомбить обнова фигня-фигня. Ну, с одной стороны, если так разобраться, все были готовы к 10-м талантам. То есть скоро будут 10-е эмблемы, это было и так понятно. В принципе, ничего такого сверхъестественного в этом нет. Тем более, их можно будет собрать со временем. То же самое, как сейчас уже многие без доната имеют кучу девяток. Все зависит только от того, на каком сервере вы играете. Я показал вчера немецкий сервер, там на халяву раздают рунки для без донатов. То есть на русском сервере, понятно, никогда халявы не было и, скорее всего, не будет. Этим он отличается от всех остальных серверов. По поводу новой локации, ну, бомбить, не бомбить. В новой локации, давайте даже зайдем сейчас на тайванский сервер. Обновляется на 2 раза, то есть можно, в принципе, со временем будет подобрать пачки и бегать. Но там, где боссы, там я не знаю. Пока у меня очень много вопросов, какой смысл было пилить кучу боссов. Ну а вот здесь, в этой локации, точно так же, как и на Адский саммит, при наличии там определенных героев, можно будет даже бегать без доната. Но, конечно же, надо хорошее пачки хороших героев, но это вполне реально, и оттуда реально доставать обалденные плюхи. То есть плюхи они классные засунули, тут ничего не скажешь. Вот золотой сундук получаешь, вообще кайф. Можно и даже на десятку потом прокачать, но это со временем. Самое главное, чтобы они их не продавали за донат, но этого не будет по-любому. Они вчера уже карты созвездия. Ну, такое, знаете, бомбить не бомбить. С одной стороны, созвездие это печально. И так, в принципе, разрыв у нас был между донатом и без донатом. Вот если зайти созвездие. Разрыв и так был. Донаты, я вам скажу так, тоже не все соберут этот бонус. Вот у меня вроде пятерки наролены, да, то есть надо одинаковые пятерки, только тогда уже за следующих две, если у вас при условии, что у вас вот здесь выпадет топовое, то вы получите там бонус, да, бонусы вот идут за восьмерку там. А это такое, это немножко усиление, но это не особо существенное усиление, я вам скажу. Просто единственное, не знаю, что вот означает плюс один. И плюс один, что вот это означает. Ну, в принципе, это терпимо. Почему? И это нормально. Без донаты смогут тоже открыть за 2000 орденов, по-моему, первое это открытие. И за 300 самов выролить себе хоть какие-то. Тут даже двойка, единичка и тройка, они намного круче, чем обычная наша. Вот пятерка, это как три созвездия пятых этих. То есть рано или поздно это тоже можно считать плюсом для бездона. Он нормально сможет себе качнуть созвездие. Это ничего не заоблачное. Это на по 1950 ролить пятое. Здесь все по 300. То есть по-любому будут потом возможные карты халявные давать. Ну, вот это плюс, я считаю. Минус тому, что надо типа больше донатить, там развивать. Но можно и без этого обойтись, за 300 самого выставить, словил, там когда-то еще поменял. Но здесь намного круче, здесь одно, как три пятерки здесь. Поэтому для без доната вот эта тема реально очень крутая. По поводу нового героя, ну герой, не знаю, герой мне реально нравится. Мы вчера его тестировали уже на стримчике с разными сборками, качнули 30-й прорыв. Сегодня я вам запишу видосы с талантами по сборкам. В принципе, герой очень даже, очень и очень крутой. Он, самое главное, он бездонатный. Вот, в принципе, вся обнова, поэтому бомбить, что там обнова фигня, ну, какой смысл? По сути, 10-е таланты мы были к этому готовы. Все к этому шло уже давным-давно. Это ничего какого-то там сверхъестественного. От этого даже как-то, ну, меня даже это не зацепило. Не знаю, как других. Ну, что девятки вели, что десятки, это нормальное явление. И к этому все шло.
По поводу прокачек созвездий, я считаю, это больше плюс для бездоната. Для доната это ты просто будешь дальше тратить, усиливать, но для бездона вот эти вот созвездия намного круче, чем все остальное. По поводу новой локации, ну точно так же, как и вели раньше адский саммит, там все кричали, вот нельзя. Единственное, с демонами вот это... Лажа там, где 11 демонов, ну, я считаю, это немножко уже перебор. А так, по сути, все как обычно. Плюсы не добавили новых талантов, которые надо перероливать, перекачивать, какую-то хрень. Не добавили новых чар, тоже классно. Не добавили донатного героя. Единственный самый большой минус, они ничего не сделали по поводу предыдущих локаций. Они там вообще ничего не сделали. И вот это самое печальное, что у нас вводятся новые-новые локации, но они сырые. А хотелось бы, чтобы изменилась битва гильдии, атака фортов там и другие локации, где у народа есть проблемы, и чисто из-за того, что они повыводили там имбалансные таланты и прочее. Но это такое. То есть, по сути, обнова, как по мне, реально очень нормальная. И там что-то выдумывает, что вот фигня. Ну, нормально, без донаты как играли, так и будут играть. Им даже плюс. Они смогут созвездия новые пооткрывать. И намного дешевле их будет ролить, я вам скажу. И намного больше выгодней, чем ролить эти созвездия, если брать. Поэтому выгода всегда есть. Так, а мы поехали. У нас десяточка аккаунт, который мы разыграем. И у нас сегодня, ребятушки, должен быть праздник. Последний шанс. Каспри. И пятерочка. Ну что, можете поздравить кому-то из вас. Это не мне. Для вас это бездонатный. А для меня это донатный. Донатная зефирка. Вот так вот обменять. Короче, бездонатная для вас, донатная для меня. Зефирка на этом аккаунте собрана. Чем можете поздравить? Отлично. Давайте сейчас посмотрим, что там по талантам. В общем, вот так вот обнова, как по мне, реально хороша. Хоть главное, что ничего не добавили им балансного. Да, там добавили то-то-то. Герой вполне отличный. Локация спорная пока что, но тоже раньше на адский саммит там орали, а потом начали нормально фармить без проблем. Поэтому сильно бомбить как бы смысла не вижу никакого. По поводу того, что не сделали ничего, это да, это самое печальное. Что все, что не делается, не делается ничего, с предыдущими локациями. Вот это обидно. А тут у нас уже некоторые прокачки, восьмерки, девятки. О май гад. Что это за аккаунт будет? Вот, поэтому вот так вот. Что у нас по героям творится? А по героям у нас не хватает оккультиста и разрухи, ребята. Еще двоих героев нам не хватает. Прикиньте. Что там, мы уже на пути? Или еще нет? Да, мы на пути к разрухе, ребят. Нам осталось только оккультиста собрать. Ну и, конечно же, нового героя. Не знаю, как его назовут на этом сервере. Но надеюсь, он будет достойным и веселым. Потому что герой классный для дефа. Вот мне нравится он. Для PvP локации он реально обалденный. Судя по тому, что я натестировал, мне он очень зашел. Это Асура 2.0, который имеет дальность атаки, летающий, автопрок, кучу имбовых тем, офигенный забор энергии. В общем, герой классный. Плюс рассеивает еще дополнительно бафы противника, поэтому ждем его на английском сервере. В общем, можете поздравить. Зефирка на этом аккаунте наконец-то есть. Осталось еще немного. Закончу тесты и сделаю вам видос по условиям розыгрыша, что вам надо, сколько чего надо будет, чтобы у вас было.
для получения этого топового аккаунта, потому что здесь по героям все очень круто, по ресурсам тоже все есть. Вот это герои для теста. Вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. И всем удачи!